Полицейские спасли людей из горящего здания в пригороде Махачкалы. Ранним утром при патрулировании территории в районе прибрежного поселка Караман сотрудники столичного полка ППС заметили черный дым, который поднимался над крышей одного из частных домов. Сообщив о произошедшем, дежурную часть полицейские направились к месту возгорания. По прибытию мы уже заметили, что крыша одного из домов уже была охвачена огнем, и огонь уже перекидывался на соседний дом. Подбежали к воротам этого дома, дверь уже была открыта, так как хозяйка на шум проснулась, она была во дворе и в таком шоковом состоянии находилась, и она нас сказала нам, что уже внутри дома еще находятся двое ее несовершеннолетних детей, а также престарелая мать. Мы со старшим другого экипажа Ахмедом Магомедом незамедлительно зашли в дом и вынесли оттуда двоих детей на безопасное место, также после чего вывели также престарелую мать, отвели на безопасное место. Прибывшие им на подмогу еще трое полицейских разбудили и эвакуировали жителей соседних домов. Благодаря своевременным и решительным действиям сотрудников все граждане были спасены. Эвакуировали всех граждан, которые находились, общей сложности более 50 человек вместе с детьми. Около 12 коттеджей находилось в этом тупиковом месте. И до приезда пожарных расчетов мы освободили улицы, убрали припаркованные машины, чтобы беспрепятственно могли подъехать пожарные расчеты.